Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор и набор инструмента от компании KingSTD. Это KSD-024, состоит набор из 24 предметов. И начнем со стороны производителя. То есть данный набор производится на острове Тайвань, но наборы KingSTD это полупрофессиональный инструмент. То есть он подходит больше для обслуживания личного автомобиля, но не для СТО, не для предприятий, хотя сталь здесь хром вынагивает, но набор полупрофессиональный. На упаковке есть комплектация набора. Гарантия на наборы KingSTD составляет 1 год. В наборе идет такой коловорот для откручивания быстрого закручивания гаек. Общая длина его без изгиба составляет 38 см. Далее трещотка под квадрат 1,2. Рабочий квадрат в наборе 1,2 дюймов. Трещотка 265 мм длина. 24 зуба, то есть она идет силовая. Кстати, хотел бы отметить, что нет люфтов в трещотке, то есть трещотки в KingSTD довольно качественные, как для полупрофессионального инструмента. Рукоятка здесь идет комбинированная, резина-пластик, черный цвет пластик и вот такие вот резиновые вставки по бокам зеленого цвета идут. Также есть надпись KingSTD на рукоятке и KingSTD идет на металле. Есть быстрый сброс и реверс, справа-влево. Трещотка разборная. То есть можно разобрать, обслужить внутри или смазать, или, допустим, заменить механизм сам. Также в наборе есть Т-образный вороток с плавающей головкой. Два удлинителя 250 и 125 мм. Свечная головка 21 мм с резиновой вставкой. И комплект головок. В наборе идет шестигранный профиль. Общее количество головок составляет 18 штук. Головки под квадрат 1,2. Самая маленькая здесь идет 8 мм, 6 граней. И самая большая головка 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 213 грамм. Надпись на головках хром-ванадий, хром-ванадиевая сталь 32 мм. По комплектации все. Теперь визуально по инструменту мы показываем. Материал изготовления здесь хром-ванадиевая сталь. На инструменте защитное покрытие, такое серебристое, даже не матовое, серебристого цвета. Следов отлития, сколов, то есть не увидели, то есть обследовали каждую единицу практически. Но инструмент хорошо изготовлен, то есть хорошо отполирован, поэтому таких вот боков нет в инструменте. Кейс металлический. Полностью из металла. Единственная вот пластиковая вставка идет внутри, на которой уже сам располагается сам инструмент в ячейках. По габаритам самого кейса. Вес набора 5,6 кг. Ширина кейса 44, длина 18,5, высота 5 см. Кейс полностью металлический и запирание на металлические замки. И рукоятка тоже из металла идет. Такой выбитый логотип KingSTD на верхней крышке, KingSTD Auto Tools. Кейс ярко-красного цвета. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.